согласны ли вы, Иван Казанов, взять в жены? Поцелуйте невесту. Быть с нами. Нет. Или ты нас уже разлюбил? Нет. Ваня, давай просыпайся на работу, опоздаешь. Господи. Ты чего кричал во сне? Оба, мне приснилось, будто я женился. Ой, это тебе рано еще жениться. Сразу на четверых. Бачки, какой кошмар. Ты хоть отбился от них, а, во сне? Да, отбился, вроде. Это хорошо. А мне тоже сегодня дедушка Алеша приснился. Звал меня к себе опять. Бабуль, рано тебе еще к дедушке Алёше. Кто ж нам будет стирать, готовить, убирать? Ну, я ему так и сказала. Ванька, Вань, прости, пожалуйста, больно. Ой, давай. Я сейчас, я мигом. Холод надо приложить, холод сейчас. Не спеши, синяки украшают настоящего мужчину. Но не на твоей должности. Что, Ванька, получил? Сейчас ты у меня по заднице получишь, Соня. Так, давай сам держи. Ну вот, и новый день начался. Мне сегодня приснилось, будто я женился. А это ничего, это подсознательный страх всех мужчин. Ты что, жениться собрался? Я говорю, приснилось. Ну ты же не собираешься. А чем тебе жениться? Гуляй, пока молодой. Ну, мне уже 30 лет. О, какой возраст для мужчины. Действительно, не 60 ведь. Не надо тебе жениться. А то же, наверное, надоест, ты будешь на старости лет с дурами-аспирантками встречаться. Так не лезьте в мою жизнь. Ой, да кому нужна твоя жизнь, кроме нас? Уж точно не твоему профессору. Сонька, как дам сейчас? Ой, Ваня, а что это у тебя? Нифига себе, Вань, тебя убили? Что там? Ты что, мне голову пробил, что ли, а? Подожди, да я посмотрю. Да нет, вроде. Ой, Ванька, прости, я поняла. Это не ты, это мясо разморозилось. Соня, умой его. Мне на работу пора бежать. Ладно уж, так и быть. Ой, Ваня, что такое? Когда ты успел? Где это? Баек, не он, это мясо. Какое еще мясо? Да в школу. Уже лечу, бабуль. Господи, спаси и сохрани Ванечка. Бабушка, ты же старший научный сотрудник. Чего ты меня крестишь-то? Да кому он нужен, этот сотрудник? Ой, пойдем умоемся. Нам ты нужна, бабуля. Я пойду сам умоюсь. Все, я на работу, пора уже. Кто перестал, того и тапки. Соня, я на работу опаздываю. Да ты уже все равно опоздала, я в школу еще успею. А, привет, мама. А ты что, не на работе? Да вот, пока не споткнулась, и тапки в разные стороны не разлетелись, так не поняла, что я... Ну, совсем заработалась. Пора тебе в отпуск. Да, не, мам, сейчас не могу, завал на работе. Да у тебя всегда завал, значит, плохо работаешь. А, может быть, мы вместе поедем на море съездим? Какое море? Соня в школу, Надя студенты, а ты вообще недавно был. Ну так вдвоем езжать. Здрасте, а на кого я вас оставлю? Да, правильно, я такой маленький, мне 3 года. Нюська, где мои ключи? Где... Держи. Ой, а ты чего тут? Потом расскажу. Все, пока. Я пошла. Пока. А, ма, тебя подвезти? Нет, на метро быстрее. Хорошо. А, меня подвези. С удовольствием. Прошу. Спасибо. Все. Бабуль, пока. Пока. Ванечка, осторожно, скользко. Хорошо. Чего ему это женитьба приснилась?
Не, нам не надо никого. И так бабье царство. В Москве 10 часов утра. Надь, есть у меня один знакомый парень. Высшее экономическое. Три языка знает. На год младше тебя. Давай вас познакомим. Женский век, он ведь короткий. Вань! Ну ты чего? Я бы еще поняла, если бы это сказала бабуля. Но ты... Надь, ну брось его, пожалуйста, а. Так, останови. Приятного вам дня и хорошего настроения, дорогие москвичи и гости столицы. А теперь, как всегда, перейдем к музыке. Ну, вот это очень опытное. Берем? Какая-то она на манекен похожа. На манекен? А что от них требуется? Стой да улыбайся. Поговорить. А менеджер вам на что? Может, менеджер выйдет, пройдется? Нет, Иван, каждый должен быть на своем месте. Хорошо, поговорить не могут, но должен я на что-то посмотреть. Ну или что это такое? Что это? Ни роста, ни форм, ноги кривые. Что? Это у кого ноги кривые? В каком месте, а? Девушка, вы свободны? А я и так свободна. Так что? Покиньте помещение. А может быть... Вот так лучше, а? Ну, так лучше, только все-таки грудь маловато. Ну ты урод. Мы сейчас тебя разденем и посмотрим, что у тебя там маловато. Вон, я сказала! Да пошли вы! Дрянь, а? Сама такая. Нет, ну, простите меня, ну обнаглели совсем. Им работу даешь, практически с помойки их забираешь, а они тут выдают. Светлана, вы тут посидите, выберите на свой вкус. Чтоб грудь была, фигура, а я сейчас... Девушка тут не курит? Отвали! А я охрану вызову. Да хоть ракетные войска вызывай. Девушка, курить вредно, вы же будущая мать. Офигеть! А тебе-то что, а? А я о детях-сиротах беспокоюсь и инвалидах. Что тебе надо? Иди вон грудь большую выбирай, чтобы с тачкой сочеталась. А, ты, видимо, решил разнообразить, да? Хорошо. Тогда 100 000 час. 100 000? Шутка. Я здесь первый раз. Решил подзаработать. Вообще-то я режиссер массовых зрелищ. А я думал, ты стриптизерша. Я закончила училище искусств. После этого думала, сразу работу найду, а нифига. Оказалось, нет работы для меня. Вот только такая лабуда. И то не берут. Видите ли, грудь у меня не того размера. Короче, пойду на улицу покурю. Стой. Пойди сюда. Тебе надо, ты и подходи. Замуж за меня выходить эффективно 100 000. Что? Что скажешь? Месяц продержишься, деньги твои. Я согласна. Хорошо. Только если проколешься, сразу выгоню и денег не получишь. И не будет тебе никаких кастингов, я обещаю. Я не проколюсь. И еще. Не вздумай в меня влюбляться. Если замечу, сразу до свидания. Ты себя в зеркало видел? Какое влюбляться? Хорошо, договорились. Значит, до встречи через неделю. Стой! А если ты передумаешь через неделю, а? Не передумаю. Договорились. Иван? Светлана? Я все выбрала, как вы хотели. Будете смотреть? Да нет, я вам доверяю. А не выпить ли нам кофе? Там на кухне кофемашина, не американо, будьте добры. Пирожные в холодильнике. А это твоя квартира? Нет, я пользуюсь. Одна хорошая женщина приходит, все быстро организовывает и уходит. Очень удобно. И часто пользуешься?
Света, мы с тобой договорились попить кофе, мы его пьем. Или тебе пирожные не нравятся? В следующий раз будут другие? В следующий раз? Ну, если хочешь, я найду полчаса. Почему нет? А если я захочу, например, сходить с тобой в кино? Ну, для этого нужно уже больше времени. Придется сказать заранее. Ну, все ясно. Не Казанов твоя фамилия, а Казанова. Хотя это и так было понятно. Ванюш, а ты когда-нибудь любил по-настоящему? Любил и люблю. А она не отвечает тебе взаимностью? Почему? Отвечает? Отвечают. Ага. Только их четверо. Мама, бабушка и две сестры. Ну я же серьезно. А я тоже серьезно. Я их любимый мужчина вот уже 30 лет. И они меня просто так не отпустят. Понимаешь, быть моей девушкой, а тем более женой, это худшее, что может случиться в твоей жизни. Так что давай просто наслаждаться моментом и, в конце концов, попробуй пирожные. Очень вкусные. Я надеюсь. А я нет. Я думал, что ты уже не приедешь. Так это, электричка опоздала, а я позвонить тебе хотела, а номер ты мне своего не дал. Ты что, прямо из деревни своей, что ли? Ну, вообще-то, это город уже лет 20, причем официально. Хорошо, что ты дождался меня. А я уже в этом не уверен. А, передумал, значит, да? Ну, ладно. Стой. Пошли. Благодарю. Это если мы сегодня подадим заявление, то через месяц нас распишут, да? Сегодня распишут. А как такое может быть? Это можно, если невеста глубоко беременна или тяжело больна. Так я не беременна и не больна. Но они-то этого не знают, зато у меня есть справка. Паспорт давай. Ну? Калинина Клавдия Александровна. Что за имя такое Клавдия? Нормальное имя. В честь прабабушки вообще-то. Диагноз? Ой, ужас какой. А может, лучше беременной? У меня, к сожалению, нет знакомого акушера-гинеколога. Вот здесь распишись. А это что такое? Это что, ты ни на что не претендуешь в случае развода? На всякий случай. Так. Все, пошли. Пошли. Ой. Оставь это здесь. Украдут же. Кому это нужно? Все, пойдем. Ну что опять? Слушай, ты думаешь, вот мне так просто жениться? Пускай даже фиктивно. Это всего лишь штамп в паспорте. Ну ладно. Будем считать, что это рабочий эксперимент. Давай, Ваня, смелее. Проходи. Ну, наконец-то. Раздевайся. Мы уже чай сели. Здрасте. Здравствуйте. Знакомься, это моя бабушка Антонина Вениаминовна. А это... Мама, кто там? У нас гости. Проходите, пожалуйста. Ну, давай я тебе помогу.
Как раз к столу. Ванечка, ну что ж ты не предупредил? Бабушка, это сюрприз, пожалуйста, приготовь бокалы. Зачем бокалы? Сейчас увидишь. А? Соня? А? Тише. Здрасте. Я Клава. Очень приятно. Очень. Угу. Садись, пожалуйста. Вот вы знаете, я терпеть не могу, когда говорят «очень приятно». Так фальшиво звучит. Приятно – это когда успеваешь до туалета добежать после двух бутылок пива. А то что? Что приятного? Не, я, конечно, понимаю все эти правила вежливости, созданные 300 лет назад. Но не в кругу семьи уж, ладно? Что за праздник? Маленький семейный праздник. Я женился. Мне когда-нибудь от твоих шуток инфаркт будет. Слушайте, какие шутки? Давайте уже выпьем скорее, а то сейчас с голода помру. Ну, за нас. Горько кричать не обязательно. Давайте. Иван, а что происходит вообще? Так он же вам уже сказал. Мы поженились. Я теперь ваша невестка. Буду жить у вас. Да. Сейчас. Свадьбы не будет, я так решил. Ни одна из моих девушек вам не нравилась, поэтому смысл представлять Клаву заранее я не видел. Прошу любить и жаловать. Есть. Ой, ну, дочек, просто убил. Просто, Соня, накапай. Сейчас, бабуль. А что это? Вполне в его духе. Видно, я правда заработалась. Я не понимаю, а что здесь плохого вообще? Не я, так другая. Вы вообще, если честно, радоваться должны. Я здоровая, не дура. Держи, бабуль. А образование, простите, у вас какое? У меня очень хорошее образование. Я закончила училище искусств. Вот, хотела поступить в институт. И потом передумала, потому что там столько предметов всяких не нужно. Да, действительно. Зачем? Еще шампанского. Спасибо. Ну, вот скажите, зачем нужна философия постановки русского народного танца? Ну, вы понимаете, философия, она вообще расширяет кругозор, что никогда не лишнее. А я считаю, это лишнее. Ерунда это в жизни не нужна. Кстати, а чем она вы? Давайте уже на «ты». Вы же родственники как-никак. Ну, и что? Ты вот прочитала это все. Вы знаете, я и сейчас это читаю. Каждый день. Надя преподаватель философии. Да ладно. А Ваня вам не говорил? А я как-то мимо ушей это пропустила. Все, я наелась. Спасибо вам, бабушка. Я как слон. Антонина Вениаминовна. А я Юлия Алексеевна. Хорошо. Запомню, но не сразу. Ну что, можно кофе и покурить. У нас вообще-то не курят. И, кстати, девушка с сигареты – это вульгарно и пошло. Да ладно. Хорошо, приму к сведению. Тогда, может, немножко в комнате вам покурить, да? Да, я провожу. Нормально? Немного перебор. Нормально. У них челюсти на стол упали. Ну ничего, получше меня узнать, поймут, что я не такая. А вот это нам совсем не надо. Ты ужас ужасный и должна такой оставаться, поняла? Поняла. Не зрей. Сыграем в лучшем виде. Ты чего? Ты что делаешь? В моем доме не курят, тебе же объяснили. И потом я ненавижу, когда от женщины пахнет табаком. Так что курить бросаем. Вот еще. Отвали, муженек. И не называй меня муженек. Где туалет у тебя? Вторая дверь налево. Тебе играть ничего не надо.
где нашел это чудовище? Она очень хорошая. Когда познакомитесь ближе, поймете сами. Ближе? Я даже с трудом представляю, о чем говорить с ней вообще. Извини, уволь, без меня. Она вообще прикольная, как игуана. На каком она месяце? Не на каком. А зачем тогда женился? Влюбился и женился. Вань, может, тебе к глазному сходить? И к другим врачам тоже не помешает. Но я надеюсь, что разведетесь вы раньше, чем она забеременеет. А я надеюсь, что вы полюбите ее так же, как любите меня. Спокойной ночи, мои дорогие. Стелись. А где я спать буду? Здесь. Так здесь неудобно. Ничего, потерпишь. Мы на кровать вдвоем бы поместились. Даже и не думай. Свет выключен, не мешает. Ты же устала. Заснешь и так. Ванечка, вставай. Ваня, вставай. Ванечка, вставай. Вай, вай. Уж тут дверь не могу открыть. Ваня, просыпайся. Сюда, 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 сюда. Ваня, Ванечка, ну открой мне. Ванечка, открывай. Бабушка, да, мы встали, все, да. Все, проснулись, а, да. Да, 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 все, пока, пока, сейчас выйдем. Ой, девочки, еле разбудила. Ну да, медовый месяц. Соня, как всегда, да? Угу. На столе номер моего телефона, если понадоблюсь, наберешь. Угу. Доброго всем утра. Еще раз доброе утро. Мама, ты что не рабочая? Половина девятого. Я отгулся. Ну, а ты? А у меня свободный день. А что, школа сегодня тоже не работает? Работает. Я просто не пойду. А. Слушай, а может мне тоже не ходить, а? Проведу день с молодой женой. Нет, Ванечка, работу пропускать нельзя. Да. Иди. А что, твоей молодой жене никуда не нужно? Нет, она работу ищет. А что она тебя не провожает? Она спит. Ну что, всем удачного дня. Угу. Ты не волнуйся, сынок, мы не дадим ей скучать. Пока. 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 Что? Вставай, работы полно. Какая работа? Белье погладить. Одних рубашек только 15 штук. Каждый день свежие. Обед сварить. Пол помыть. И посуду. Дом убрать. А лучше ремонт сделать. Диван нужно перетянуть, я телефончик тебе дам. И окна помыть. Смотри, какие грязные. Обувь почистить. И пыль с книг стереть. Все? Ну, если вы не справляетесь, то возьмем домработницу. А по поводу дивана лучше дом взять, потому что этот жесткий кошачий мочой воняет. Ладно. Ой! Бог. Что это за антиквариат? Это кубок. Ванечкин, смотри, с Олимпиад. Он что, не рассказывал? Нет, у нас была стремительная любовь. Так, кто со мной на зарядку? И начали! Да.
Ноги, конечно, коротковаты. У Вики какие были длинные, да? А у Дианы? И поп не очень. Вот у Анжелы попа была, что надо. А Марину вы помните? Ну, конечно. И умница, и красавица, да. И воспитанная была очень девочка. А вы теперь забудьте про Марину, Алину и Калину. Он выбрал меня, так что какая есть. Кстати, что у нас на завтрак, бабушка? Бабушка, меня зовут только внуки. Ах, да, простите. Валентина Кирилловна. Антонина Вениаминовна! Ммм. Ой, вкусный. Почти как у моей мамы. У мамы всегда вкуснее. Я вас с ней познакомлю. Она такой хворост печет. Просто закачайтесь. А что такое? Горячий? Да. Чересчур. О, вам испачкало. Ничего, уберете, да? На самом деле, чай портит цвет лица. Лучше водичку. Ванька сколько о вас рассказывал. Да, и что же он рассказывал? Что вы очень милые, добрые, заботливые женщины. Просто золото. Я очень рада, что попала к вам в семью. А мы, по правде сказать, не очень рады. Да? А почему? Просто Ване нужна другая жена. Это нормально. У меня бабушка по папиной линии до самой смерти маму ненавидела. Когда брат женился, что было, она с невесткой вообще не разговаривала. А потом ничего, подружились. Так что и вы привыкнете. Ну, вы же адекватные люди, правильно? Тем более мы у вас будем не постоянно жить. Скоро съедем. На квартиру насобираем и съедем. Это Ваня так сказал? Это я вам говорю. Мы же теперь вместе. Ну так что, будем дружить? Так, ну ладно, мне все-таки на работу пора. Да, я тоже в институт пойду. Ну, я, может, еще на контрольном успею. Да. Мне посуду мыть. Ну, как хотите. Угу. Да. Это что, радио, что ли? Да нет, похоже, вживую. Да балалайка, колхоз. Да. Уже заклевали? Не, нормально. Чай, соль насыпали и сказали, что я тебе не подхожу. Слушай, а если тебя правда ничего не знаю? Ну, кем там работаешь? Про семью твою. Это как-то странно для молодожены, мне кажется, тебе? Я заместитель генерального директора по маркетингу в одной крупной компании, занимающейся автотехникой. Угу. Что еще ты хочешь знать? Что ты любишь там? Есть, пить, вообще? Вообще, я люблю женщин, но не каждую. Что еще? Отец ваш где? Папа умер, когда мне было 2 года, а Наде год. Потом у мамы появился один мужчина. Больше пары месяцев он не протянул, и перед тем, как Соня должна была родиться, сбежал. Мама тогда работала на 2 работах, бабушка еще работала. Ну, в общем, Соню мы с Надей вдвоем воспитывали. Все, могу идти? Когда вернешься? Прошу тебя, больше никогда не задавай мне таких вопросов. Поняла? Поняла. Денег дай. До конца нашей авантюры ты ничего не получишь. Через месяц. Подожди. Ну, хоть на карманные расходы. Мне же надо на работу устраиваться как-то. Хорошо. Только пока договор не закончится, никуда не устраивайся. Мне надо, чтобы ты доконала моих пополнил. Чтоб любая на твоем месте ангелом показалась. У тебя есть претендентка в жены? Есть и не одна. Но тебя это не должно волновать. Ну, много значит никого. Что? Уже влюбилась, что ли? Еще чего. Ну, хорошо. Тогда до вечера. Пока-пока.
Спасибо, Антонина Вениаминовна. А что у нас на десерт? А мы десерты не едим. Фигуру бережем. Ну, нет, я так не могу. У меня есть. Вот, пожалуйста, очень вкусно. А чего вы? Вы не стесняетесь. Угощайте! Соня, я тебя просила, только не это! А чего кричать-то? Иди сюда, мой хороший. Вот так. Идите в домик. Гимнастикой занималась? Нет, шахматами. И какую работу ты хочешь найти? Я хочу в шоу. Артисткой. Я пробьюсь, я настырная. Ты наглая. Нет. Я просто с детства поняла, что удача не любит нытиков и трусов. Если есть цель, иди к ней или забудь. Ничего у тебя не получится. Это почему? Вот поэтому. Чтобы цели добиться, воля нужна. А у тебя ее нет. Ну, считай, что бросила. Доброе утро. Доброе. Что у нас сегодня на завтрак? Что приготовишь, то и будешь есть. Мы уже позавтракали. Угу. Понятно. Вегетарианский бутерброд. Там ни один телефон не работает. Хотя бы телеграмму прислать. Ужас какой! Какая дыра страшная. Зачем ты вообще туда поехал? Мам, ну перестань. У нас же было познакомиться с тестью, с тещей. Эти таблетки ежедневно. Вот здесь отмечены... Ба, привет. Привет. Это противозачаточно. А вы нет. Вот как раз надо, мамочка. Как раз... А ты не заболела? А ужин где? У тебя жена пусть готовит, а я отдохну. Ладно, пойдем в ресторан. В ресторан? Я сейчас. Ну что, так нормально? Лучше так. Пойдем. Прошу. Благодарю. Прошу. Приятного вечера. Спасибо. Спасибо. Ой, я это... Кстати, завтра что-нибудь приготовлю. Я умею. Бабушка без боя тебя на кухню не пустит. Слушай, а зачем тебе это вообще нужно? Ну, женишься, купишь себе квартиру и живи в свое удовольствие. Понимаешь, я хочу, чтобы они полюбили мою жену так, как любят меня. Ну или хотя бы почти. Иначе я не женюсь. Ты уже жена. Хо-хо-хо-хо. Еще вина? Да, пожалуйста. Хорошо. Приходилось бывать в ресторанах? Или вы в деревне тоже ножом и вилкой едите?
А что мы, по-твоему, едим руками из общего чугунка? Ну, прости, я так спросил. Ты знаешь кто? Ты сноб и маменькин сыночек. Я вообще не понимаю, что в тебе женщины находят. Ну как же? Я обаятельный, привлекательный. Разве нет? Прошу. Спасибо. У тебя паук на голове. Где? Здесь? Ты еще и трус? Шутка, да? Пошутила. Я с детства ненавижу пауков и тараканов. Бедный маменькин сынок. Я очень рад, что я не в твоем вкусе. Иду я. А это мы. Здрасте. Ваня! Надюх, прости, я ключи забыл. Не сливается. Мы и ложку посидели. Надечка, ты что, падал? Бабуль, там это кривые бульвары и не видно низги. Знаете, а что такое сги? Будь проще, дорогой. Ботиночки. Не видно нифига. Ой, ой-ой-ой. Ой, все. Моя принцесса. Вот так. Ужас какой. Бабуль, капля. Самопей капля. Ой, девочки, что же будет, а? Теперь он станет алкоголиком. Ух, девочки, ну что же делать, господи? А я говорила, не надо было устраивать эти показательные выступления с ужином, говорила. А, конечно, они только на это рассчитывают. Они вот думают, что им завтра накроют полный стол. Ваня ни на что рассчитывать не может. Это все она. Да. Давайте, знаете, что сделаем? Возьмем мы ее просто вышвырнем. Бабуль, ты что хочешь, чтобы он совсем из дома ушел? Да. Не-не-не-не-не. Давайте лучше так, когда Ваня уходит на работу, мы просто будем ее игнорировать. Как будто на пустое место, как будто нет ее вообще здесь. Точно. А вдруг она ему расскажет? Ну и что? Кому он поверит? Нам или какой-то там главке? О! Неизвестно. Доброе утро. Пальто почистила, рубашку погладила, висит в ванной. Фух, что-то мы перебрали все, бабуль. Да уж. Это было отвратительно. Надеюсь, это не повторится. Ну и жену ты себе нашел. Собутыльницу. Доброе утро. Что это? Это мои волосы. А чем это вы? Да они склеены. А при чем тут мы? Это, вероятно, вчера, когда вы падали. Пить надо меньше. Да это смола. Ты уверен, что на асфальте ничего не было? Да, вся голова перепачканная. Это они сделали.
Придется отстричь? Нет! Ничего, отрастет. Хорошо, что это ты, а не моя любимая женщина. Хорошо, да? Да. Ты представляешь, что было бы с ней? Представляю. С тебя 25 тысяч. А ты хорошо играешь. Тебе надо было в оркестр. А музыкант — это не моя профессия. А я мечтал на гитаре научиться играть. Ну и что, не научился? Да, не сложилось как-то. А ты чё, на полу-то? Там пружины колятся. Да ладно. Клав. 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 Иди на кровать. А ты? Поместимся. Завтра новый диван привезут. Будешь нормально спать. Зачем? У меня всего месяц остался. Ну, а вдруг я к тебе ночью приставать начну? Или ты ко мне? Нет уж. Поздно. Моим скажешь, что на работе за парой, если спросят, где я. О, на самом деле. У меня свидание. С девушкой. Ну не с юношей же. Все. Удачного дня. Тебе тоже. От вашей балалайки мигрень разыгралась. Прекратите, пожалуйста. А это не балалайка. Это добра. Какая разница? Все равно прекратите. Не могу я прекратить и прошу вас извинить. Буду долго я играть, предлагаю вам сплясать. Помогают при мигрени вверх летящие колени. Хочешь, чтобы я сплясала, да? Да. Ну, если ты моей смерти желаешь, пожалуйста. Только побыстрее, ладно? Побыстрее, давай. Ой, ты что делаешь? Ой, садись. Мое сердце. Что случилось? О, она мне велела. Она мне. Велела? Ага. Да кто она такая вообще? Она хозяйка. Кровавую, пожалуйста. Сейчас я мигом попью. Вот нарожаю детей, и все будут играть на музыкальных инструментах, так что привыкайте. Кстати, из вас бы получилась хорошая актриса. Ой, все. Отпустила, спасибо. Точно? Да. Бабуль, я тогда в институт, ладно? Да.
будете издеваться над бабушкой? Вы... У нее сердце больное, понимаете? Сердце вылечим в два счета. Это легкая работа. Пой, пляши и веселись. Будет долгой твоя жизнь. Здорово. Дашь посмотреть? Да, конечно. Класс. Эй, ты чего? Выскользнула? Что, что ты делаешь? Вот только жена на улице, а он уже подцепил, а? Девушка, что это? Челюсть подберите, она вам еще пригодится. Идите, неженатого поищите. Девушка, а телефончик? Ты что делаешь? Ты с ума сошла? Ее полчаса обхаживала. А я не смогла удержаться, извини. На улицах не заигрывают, а потом настоящая жена увидит, и все. Когда у меня будет настоящая жена, я не буду знакомиться на улице. Ой-ой-ой, штанишки подтяни. Ой, я не завидую твоей жене. Ты что вообще здесь делаешь? Ты следишь за мной, да? Я ищу работу. Вот и иди ищи, и делай все, как мы с тобой договорились, жена. Дай... Борщ вари. Дай денег. Твоя сестра сегодня разбила мою домру, выбросила из окна. Так. Ну что это? Мало. Хватит. Все, пока. Хорошо, что у тебя не рояль. Чек принеси. Жмот! Новую купила. Иван денег дал. А если это случайно в окно упадет, куплю еще одну. Так что придется мужу на новую домру работать. Ну да ладно, мне хоть какая-то радость. Что готовишь? Я? Мужу борщ готовлю. Борщ? Да. А что вы думаете, мой борщ хуже вашего будет? Нет. Я еще, знаете, как я умею пироги с капустой делать? Закачайтесь. Ну-ну. Что, вы мне не верите? Это что? Борщ. Я не люблю борщ. Как? Ты же меня просил. Я не просил, это было образное выражение. Ну, давай тогда пироги с капустой очень вкусные. Я ненавижу капусту с детства. Ешь, Ванечка. Спасибо, бабушка. Так. Где бабуля? Ба! Бабуль, ты чего? Ты чего, ба? Я умираю. Давай скорую вызову. Я здорова. Просто мне пора. Девочки уже выросли. Ты женился, у тебя жена. А меня Алеша заждался. Так, бабуль, давай поднимайся. Тебе рано еще к деду Алеше. Чем она тебя сегодня кормила? Опять пельменями магазинными? Ну. Вот так и будешь есть одни пельмени. Хорошо. Отдыхай, бабуль. Ванечка. Бабуля.
Клав, ты это, на кухню больше не суйся, пусть бабушка здесь сама, ладно? Да с удовольствием. Я вообще готовить не очень люблю. Надеюсь, твоя жена тоже не будет. А где ужин? Ой, да бабушка опять к деду собирается. Я ей говорю, подожди, пока Надька замуж выйдет, а она мне, Надька замуж не выйдет, помру. Ой, вот не надо. Не надо только мной манипулировать. Женился, наслаждайся. Ты просто не представляешь, как это хорошо. Да? Держи. Спасибо. Предупреждать нужно, когда собираешься поцеловать. Ну, это я для конспирации. И не поцеловал, а чмокнул. Надеюсь, тебе было не очень противно. Не очень. А может, мне постараться им понравиться? Нет, у тебя другая задача. Ты должна достать их по полной программе. Но ускоряй процесс, ты же массовик-затейник. Я режиссер массовых зрелищ. Спишь? Нет. Вот что. Раз уж мы взялись за эту авантюру, то нужен реальный результат. Доводилось играть роль топора? Нет. Можешь попробовать. Иди сюда. Но иди, не бойся. Я что, тебе собачка, что ли? Ой, ну, прости. В общем, мне Сонька тут по секрету сказала, что собирается поступать в театральный институт. А способностей у нее никаких. Ну, блажь одним словом. Только год потеряет. Я хочу, чтобы ты ее отговорила. Как? Ну, предложишь ее послушать. Скажешь, что она полный ноль. Я сам не могу, ты понимаешь. Еще надо встретиться с женой этого профессора, с которым Надя встречается, и рассказать ей все. И опять же, сам не могу. Я хочу, чтобы все это закончилось. Очень круто. Очень. А для мамы с бабушкой ты какую экскурсию придумал? Сначала это сделай. Слушай, ну, это же во благо. Я хочу, чтобы все были счастливы. Угу. Ну, а я вот сомневаюсь, что можно осчастливить против воли. Они мне еще спасибо скажут. Ты страшный человек, Казанов. Я уже сочувствую твоей будущей жене и детям. Ты о себе подумай. Да меня вообще-то 3 раза уже замуж звали. Что ж ты отказалась? А не любила, потому что. Я вообще во взаимную любовь не верю. Вернее, что она существует для каждого. Это как лотерея. Выигрывает 1 на 1 000 000. А, то есть, по-твоему, только 1 пара на 1 000 000 по любви женится? Именно так. А остальное — это одиночество или деньги, возраст. Просто желание быть любимым. А потом и так мучается всю жизнь, пока не разбегутся. А откуда такие доводы? А ты вокруг посмотри. Много видел счастливых пар? Ну, вот то-то же. Так что это шутовской брак? Первый и последний в моей жизни. Спокойной ночи, муженек. Я просил тебя не называть меня так. А что здесь такого? Называй меня женушкой, я не обижусь. Да не хочу я тебя называть женушкой. Таблетку выпью и пойду. Ты полежала бы денек, обойдутся без тебя. Не, мам, не могу. Мне сегодня надо обязательно быть, хотя бы после обеда.
поговорим? О чем? Я хотела узнать, куда ты собираешься после учебы поступать. Не знаю, еще не решила. Я слышала, в театральный. Не твое дело. Слушай, а давайте я помогу. Ну, у нас же было актерское мастерство, я могу помочь. Уроки актерского мастерства в твоей деревне неинтересны. Ну, я бы тебя послушала, сказала, есть у тебя там способности или нет. Не надо, обойдусь, проваливай. Давай помогу, ничего ты. Я сказала, проваливай. Давай попробуем хотя бы. Да что же такое, мам, бабуль? Ой, да что там такое, прям так головы не знаю. Соня, ну что ты так нервничаешь? Отстань от меня. Эй, что здесь? Отберите ее от меня, что она ко мне привязалась? Да я хотела ей просто помочь, поговорить, посоветовать. Не хочу я разговаривать. Не заниматься надо. Клава, оставьте ее в покое, пожалуйста. Ей надо готовиться к поступлению в серьезный вуз. Ну, театральный институт, это, конечно, очень серьезный вуз, но... Какой? Театральный. А, ну да. Я как-то вот так себе это и представляла. А кто тебе это сказал? Иван. А вы что, не в курсе, что ли? Не хочу я финансовый. Я не хочу бухгалтером, как мама. Соня. Надо трезво оценивать свои способности и перспективы. У тебя прекрасно идут точные науки. А вот актерских способностей как-то не было замечено до сих пор. Это моя жизнь, и мне решать. Кормить тебя кто будет? Мы с мамой. Полы пойду мыть. Ну, правильно. Я же надрывалась всю жизнь, чтобы ты полы мыла. Мама, не надо надрываться. Отдохни и отстаньте вы все от меня. Пошла отсюда. Соня. Соня. Вот она благодарность. Хорошо, что мы сейчас об этом узнали, а не в мае. Да пусть она попробует. Может, у нее способности. Здрасте, можно? Заходите, присаживайтесь. На что жалуетесь? А жалуюсь я на вашего мужа. В смысле? В смысле, он встречается с моей заловкой, а это проблема. Слушайте, девушка, меня совершенно не интересуют слухи, которые ходят вокруг моего мужа. Если у вас есть какие-то вопросы по кардиологии, я вас внимательно слушаю. Если нет, то будьте добры, пригласите следующего. Она его любовница. Вам это не интересно? Раз в квартал в течение 20 лет я узнаю эту потрясающую новость. Первые 5 лет я, конечно, бегала, выясняла отношения. Оказывалось, что девушки выдают желаемое за действительное. Флирт – это все, на что способен мой муж. Так, может быть, через 15 лет стоит снова побегать? Ой, да кому он нужен? В общем, спасибо, милая, за информацию. Так, может быть, теперь ему нужна хорошенькая, умная, а главное, молодая? Слушайте... Вы что хотите, чтобы я сделала? Застукала его на месте преступления? Дала шанс на развод. Мне 53, и у нас 2 детей. Вот стукать точно не нужно. Поговорите с Надей, так ее зовут. Объясните ей, что она еще найдет себе молодого принца. А вот вам уже не светит. Вот вам адрес. Вечером приходите, она точно будет дома. До свидания. Встречаться. Может быть, мы что-нибудь придумаем? У тебя? Или у меня? Или с ними что-нибудь общее? А? О, черт, мне же надо уже бежать. Я опаздываю. Светочка, поторопись. Значит, ты женат. Но я и не говорил, что я холост. Какой же ты подлец. А я, оказываюсь, полной дурой. А, и знаешь что? В следующий раз я буду проверять паспорт, прежде чем лечь в кровать. Это правильно. Надо же. Такой маленький штамп и такой эффект. Не надо объяснять милой, почему нам надо расстаться. Чудненько.
кто бы это мог быть? Я отправим, Сонечка. Вы Надя? Нет. А вы кто? Я к Наде. Добрый вечер. Здравствуйте. Я жена Павла Александровича Елагина. Я хотела бы с вами поговорить, если можно, наедине. Проходите. Что же сейчас будет? Не будет. Нормальная женщина у нее была. Ты? А зачем? Ты ее просто сдала. А, Вань, прости, но у тебя жена ненормальная. А разве вы не хотели, чтобы она бросила профессора? Надя этого не простит. Тихо пока. Ой, извините, я тут это... Что-то у меня... Я поняла. Вас проводить? Не стоит. Оставайтесь с нами на ужин. Сонечка, закрой за ней. До свидания. Ну что? Поговорили. До чего договорились? Я посоветовала ей бросить Павла Александровича. А она? Неважно. Ой, Надя, стыд какой. Стыд? А мне не стыдно. Мне не стыдно нисколько. Почему это мне должно быть стыдно? Я его люблю. Он любит меня, а ее не любит. Это очень хорошо, что она пришла. Это замечательно. Может, сейчас все как раз поменяется. Ну что, отскочил топорище? Значит, придется поговорить с ним по-мужски. А вот это плохая идея. В лучшем случае он не будет с тобой разговаривать. А в худшем? А в худшем ты можешь лишиться своей сестры. Где мои носки и трусы чистые? Ну, у тебя теперь жена, пусть она и стирает. Не собираюсь стирать его трусы и носки. А стираешь не ты, и стирать машинку. Надо просто взять вещи и засунуть туда, и все. И погладить еще. Так стирай, делов-то. Бабушка, а в чем я на работу пойду, если у меня нет ни носков, ни трусов? Ну, можешь взять мои гольфы. Что? Что? Черные гольфы, они у меня одни. Что, вот эти, что ли? Да. Черт подери. Черт. Это да или нет? Это черт знает, что такое. Так. Знаете что, он будет стирать свои носки сам. Нет, мне не трудно. Нет, он будет дай, сам. Дай мне. Дай сюда, кого-нибудь. Дай. Ё-моё. Да ладно вам. Никому я не нужна. Да ладно, ну чего вы? Ну стоит 3 копейки. Зачем мне жить?
Антонина Вениаминовна. Зачем пришла? В общем, мне все равно на эти носки, стирайте их ради бога. Только вам не кажется, что ваш внук застыл в детсадовском возрасте? Ну, хоть как-то нужно же ему становиться самостоятельным. У меня вон братья 8 лет сами носки стирали, руками, между прочим. Он самостоятельный. Он с 5 класса, он с Соней сидел и ужина нам готовил. Просто ему сейчас некогда. А мне надо чем-то заняться. А я думаю, вы годитесь не только для стирки и готовки. Да для чего еще это? Идите работать. Куда? Консьержкой, что ли? Ни за что. Да почему консьержкой? У вас высшее образование, научная степень. Да кому нужна эта научная степень? Пойду суп готовить. Суп? Алло. Здравствуйте. Кого? А она... Сейчас, минуточку. Я у тебя к телефону насчет работы. Работы? Да, какое-то собеседование. Чокнутая. Алло? Да, да, я. Ага. Да, 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 могу, могу, умею. А, сейчас, сейчас, сейчас пишу. Пишу, пишу, пишу. Да, да, я успею, успею. Ага. Все, да, да, спасибо, спасибо. Найти работу. Ну ладно, это неплохо. Чем-нибудь еще может? Я играю на струнных инструментах, танцую, пою, там все написано. Читать я умею. Еще чем? А, еще? Поймите, у нас шоу. Большое шоу. Нам нужны оригинальные номера. То, чем лично вы можете удивить публику. Хорошо. Я вас беру, можете все оформляться. Я только через 2 недели смогу. У меня просто уговор с мужем. С каким мужем? У вас в семейной графе прочерк. Ну, да, но это... Ну, можно считать, что я не замужем. Так замужем или нет? Официально вы замужем? Ну, как бы официально замужем, но на самом деле я не замужем. Это несерьезно. Но я скоро разведусь. Ну, когда разведетесь, тогда и приходите. Наша работа не для семейной жизни, поймите. Мне нужны абсолютно свободные люди. Свободные. Так что вы свободны. Что стоите? Свободны. Зайди в столовую. Угу. Садитесь, Клава. Ну и что случилось? У Ивана день рождения. Да? Когда?
Следующую пятницу. А ты что, не знала? А, да что-то вылетело из головы. Ну и что? В общем, мы всегда договариваемся и дарим ему какой-то один крупный подарок. Ну и каждый от себя по мелочи. И чтобы не было накладок, договариваемся, что именно. В этом году мы решили подарить ему телефон. Бабушка испечет свой традиционный торт. Я подарю ежедневник на следующий год. Я набор музыки. А я парфюм. Потому что только мне удается угадать, что ему нравится. Ни одной девушке еще пока не удавалось. Давай решим, что даришь ты. Ну, начнем с того, что у меня нет денег. Но если бы были, я бы купила гитару. Гитару? Да. Ну, он давно мечтал научиться играть на гитаре. Он умеет играть на гитаре. И довольно хорошо. Он даже хотел поступать в музыкальное. Но потом передумал, гитару продал. Ну, так можно купить ему новую, ну, вместо телефона. Зачем? Для души. Для души? Нам твои балалайки хватает. Это домра. В общем так, Клав, давайте так. Мы вам одолжим денег, и вы купите ему ракетки для тенниса, ну или фоторамку какую-нибудь. Спасибо, конечно, за предложение, но что я за жена, если не могу сделать мужу подарок? Ну, вы понимаете, да? Я не знаю, зачем он на ней женился, но тут что-то не так. Он ведет себя не как влюбленный, это точно. Я вот все-таки думаю, может быть, она беременная, а он как порядочный человек на ней женился. Или для прикрытия. Что ты имеешь в виду? Никакой себе знаменитости, которая к женщинам равнодушна. Да ты что, с ума сошла? Ты что, хочешь сказать, что наш Ваня... Погоди. Только не это. А что, на самом деле версия рабочая, ведь она даже не знает, когда у него день рождения. Это что, он умеет играть на гитаре? А что, не любит капусту? Да вы что, вы обалдели, что ли, правда? Вы не помните, сколько у него девушек было? Вот. Фух. Как раз вот такие мамы с девушками и дружат. Да. Надя. Ой, девочки, я не хотела вам говорить, но он надел ее капроновые гольфы. И спят они порознь. Я видела. Мама, ну что ты такое говоришь? Да я не выдумываю. Я правда видела. Мама, ну что... Здрасте. А ты че не спишь? Где был? Ролевые игры. Кстати, скалка сейчас не модно. Сейчас ревнивые жены предпочитают пистолет. Ничего, я по старинке. Ау! Больно же. Ай, ты что, совсем не надо?
Давай, что там? Давай. Еще раз придешь позже, 9. Не откройте, мы сейчас дверь сломаем. Ладно, я. Хватит тебя, хватит тебя. Хватит это немедленно. Что она там творит? Все хорошо, все у нас в порядке. Ты что творишь? Я сама со своим мужем разберусь. Боже мой. Спокойной ночи. Хватит тебя. Все, 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 хватит. Переигрываешь уже. У меня от твоих ударов уже задница болит. Будешь знать, как по бабам шляться! Что, влюбилась, что ли, а? Нет! На глаза смотри. Твои женщины думают, что он мне женился не просто так. А как? А я думаю, что ты голубой. Да ладно. Что ладно? Я тоже самое бы подумала. На жену вообще внимания не обращаешь. А по выходным я сижу одна. Так что все, провалился твой эксперимент. Ну ничего, мы их убедим в обратном. Девочки, мама, что? Девочки, любой человек. Я сейчас беру. Не знаю, что делать. Ой. Пусть она порадуется. Все, хватит. Подожди, бабушка. Нет, сама выпейте. Скорей, скорей. Ау. Ну что дальше? Скажем, что я беременна? Хорошая идея. Расходимся, девочки. Да, интересно это все. А как ты объяснишь развод с беременной женой? Ну, допустим, ребенок не от меня. И ты ушла к отцу своего будущего ребенка, потому что любишь его, а меня ненавидишь. Мои будут просто счастливы. Спокойной ночи. Да-да. Все-таки жаль, что у меня нет пистолета. Да, как хорошо, что у тебя его нет. В общем, мы с Иваном решили, что нам нужны дети. И как можно быстрее. Клавочка, а почему как можно быстрее? Иван молодой, еще вы тоже. Вы о чем это? Мне уже 25 лет. Тем более, я хочу как минимум 4. 2 мальчика и 2 девочки. А рожать я буду каждый год. Как кошка. Ну, чтобы разница в возрасте небольшая была. Да. А еще я думаю, может, нам лучше в деревню перебраться? Там как-то экология лучше. А Иван будет на электричке на работу добираться. Там же пробки все-таки. Вы как думаете? Вот что касается электрички, я как-то не очень. Ну, ты ведь хочешь добра нашим детям? Конечно, да. Я уверена, он будет очень хорошим отцом. Мне пора. Всем хорошего дня. Пока, любимый. Подожди, подожди. Я с тобой. Я поняла. Она его околдовала. Знаете, что я думаю? Может, надо за Иваном последить, чтобы точно знать, какой он ориентации. А ты спроси у него. Ты что, с ума сошла? У меня язык не повернется. Да это пустое. И вообще, меньше знаешь, лучше спишь. А мне интересно. Я согласна. Просто очумели. А выходные вместе проведем. Согласен? Давай. Пока, муженек. Пока. Вы смотрите, куда вы идете вообще? Извините. Извините. Вы блокетами весь испачкали. Куда я пойду теперь с ним? Да нормально, не грязный. Вон, посмотрите. Что ты суешь мне эту грязь?
Ну, не хотите, как хотите. Девушка, можно вам помочь? У меня как раз есть новый пакет. И моя машина в вашем распоряжении. Прошу. Прошу, прошу. Эй! Сегодня утро не повод валяться в постели. Ты помнишь, что мы сегодня весь день проводим вместе? Посмотрим телевизор. Нет! Жене надоело сидеть в четырех стенах. Тем более тебе дети все равно спать не дадут. Какие дети? Ты бредишь, что ли? А знаешь, как они будут делать? Папа! Папочка, вставай! Папа, я хочу кушать, я пить хочу. Я хочу мультики посмотреть. Ну, мультики! Кошмар! Мультики! Ой, кошмар! Почему кошмар? Нормально. Каких-то лет 10 и все. Проснулся? Ну что, куда поедем? Никуда, машина в ремонте. Так отлично, пойдем пешком. Хорошая погода, правда? Нормальная погода. А куда мы пойдем? Не знаю. А кто знает? Извини. Да, привет. Чего нет, я не занят. Когда? Сейчас? Окей. Давай. Все, до встречи. Слушай, меня тут срочно на работу вызывают. Вот, там это... Ну, в общем, надо. Ты тут погуляй пока, а потом созвонимся и вечером вместе домой пойдем, окей? Ваня, тебе не кажется, что ты забрался, не? Окей, я с девушкой встречаюсь. Только не надо сцены ревности устраивать, хорошо? Хорошо. Да? Мои все равно тебя не видят, не слышат. Хорошо. Ну и хорошо. Так, ручная стирка без хлора. Люди, я в хозяйственной. Кому что нужно? Ну ладно. С днем рождения, сынок. Спасибо. С днем рождения. Спасибо. Для тебя. Ну что, я не опоздала? Ничего так, Рассветочка, да? Как я сразу не додумалась платье хлоркой облить. А вот это мой тебе подарок. Ой, спасибо. С днем рождения. Сыграй. Я попробую. А пальцы уже не те без тренировок. А на какие деньги ты ее купила? А, я украла. Как ты
Я шучу. Я в соседний дом устроилась домработницей. Еще лучше, домработницей. Ну да, ну а что здесь такого? Все лучше, чем у мужа на шее сидеть, правда? Своя копеечка. Но мне кажется, что если нельзя работу найти по специальности, надо просто специальность поменять. Я по образованию филолог. Ну, приперла, стала бухгалтером. Ну и вам нравится? Нравится, не нравится, а кризис пережили, да? Да. Мама, между прочим, писательницей хотела быть. У каждого свои фантазии в юности. Только не все умеют с ними расставаться и считают себя неудачником. Я не считаю себя неудачницей. Ну да я вообще. Я в частности. Ваня, а что это за девушка, с которой ты вчера вечером целовался? Высокая, красивая. Это